Это такая особенность. Как определить холостого мужчину и не холостую, и холостую женщину? Если женщина ходит и зыркает глазами вот так влево-вправо, она холостая. Или не холостая, но ищет что-либо. Если идет и смотрит только вперед, то тогда она замужняя. Если лицо печальное, то замужняя. Если радостное, то холостая. Тоже не факт, кстати. Ну и с глазами факт. Я когда-то уже показывал такой пример, стоял в аэропорту и говорю своему знакомому человеку, говорю, смотри, сейчас женщины будут идти, все холостые, проходя мимо меня, будут коситься вот так в левую сторону. А те, которые не холостые, или те, которые влюблены, или те, которые с кем-то спят, не будут смотреть. Вот гарантия 100%. После этого ехали женщины, те, которые ехали в Египет для того, чтобы изменять своим мужчинам, зыркали влево, вправо, не поворачивая голову, так. Мужчины наоборот, у мужчин, если посмотреть на мужчину, то мужчина, он когда становится холостым, то он обычно выглядит так. Когда мужчина холостой, то он выглядит так. Неаккуратный, грязненький, одежда одна и та же, помятенький. Постоянно одевает на себя одежду, которая некрасива. Мужчины холостые умудряются всегда покупать одежду, которая им не подходит. То есть эта одежда обычно выглядит либо перетянутая, живот торчит вперед, либо порванная эта одежда. Но они считают, что это сексуально. На самом деле это просто так влияет на них одиночество. Вот они нервничают очень сильно, такие мужчины, непонятные поступки делают, могут смеяться громко, выпивают часто, это все особенности такие. Такие мужчины не хотят давать, то есть что нужно знать? Нужно давать женщине, давать ухаживания, давать красивые слова, давать что-либо покупать, давать куда-либо водить и так далее. Вот таким образом это все устроено. Но у многих мужчин давать не работает, а у многих женщин взять не работает. Вот так и получается, что вот эти большие «но» мешают всем людям. Не знаю, поняли вы или не поняли, что такое закрытое сердце. Закрытое сердце — это тепло, которого нет в груди. Вот нет тепло, закрыто сердце. Если холод в середине, то сердце закрыто.